С вами Дов. Сегодня у нас замена гнезда зарядки. Вот она находится у нас вот здесь, на Huawei модель G510 Huawei Ascend китайского производителя. Разбираем телефон. Достаточно много болтов у него. Соединяем нижнюю панель. На таких защелках она несложных. Забыли один болтик. Карту памяти вытаскиваем. Вот еще один болтик. Крестообразно. Ну вот, то, что мы будем менять, у нас сломано. Не очень видно, конечно, там. Таким образом снимаем материнскую плату. Тут две защелки, которые мы должны приподнять плату. Все остальное место, он приклеен на двусторонний скотч. Отсоединяем шлейф. Включение-выключение телефона, вот он здесь длинный. Шлейф экрана, шлейф стекла. И все, просто отклеим его таким образом. Не бойтесь. Тем не менее, старайтесь равномерно, чтобы не повредить плату. Вот он приклеен вот на такой двухсторонний скотч. Новое гнездо. Вставляем плату в держак. Кому как удобнее, опять же. Ставить можно порядка 450 градусов. Греть будем сверху, можно снизу. Фен разогрелся. Снять этот защитный пластик, чтобы он не сгорел, не выделял неприятный запах. И таким образом его разогреваем снизу. Регулируем подачу воздуха на фене, чтобы она не была слишком сильной, ну и не слишком слабой. Добавляем флюс.
сверху. Так я грею сбоку, чтобы вам было видно. Все, поплыл. Сильно одирать тоже не надо, он должен сам сойти как бы под своим весом, дабы не оторвать пятаки. Потом будет все сложнее. Паяльником удаляем остатки. Чтобы было видно. Остатки старого гнезда нужно залудить. Наносим флюс, опять же, для упрощения пайки. В принципе, с держака можно снимать, уже он нам не пригодится. Ставим новый. Как можно ровнее равняем по центру. Ориентируемся на направляющие гнезда, вот эти вот 5 направляющих. Приблизительно по центру. Спаиваем одну ножку, чтобы он держался. Все, вот у нас держится, там дальше уже проще. Для улучшения пайки используйте вот такую пасту, которая очищает жало. И все, поочередно припаиваете ножки. Используем припой обычный. Вот так. Так вот. Вот, пожалуйста. Немножко. И основное. Для удобства защитный экран можно снять, чтобы спаять направляющие гнезда.
образом. Если жало толстоватое у вас на паяльнике стоит, можно его подточить чуть-чуть, чтобы было удобно пролезть. Если тонкое, то то, что надо. Все вот так вот просто. Пайку. Можно под микроскопом, можно так проверить. Иголкой. Насколько прочно спаяны. Все. И собираем телефон. Паста наша называется White Tool Pasta. Она улучшает пайку. Вот она у нас в коробке. Прорекламирую немного. Улучшает пайку значительно. Удобнее паять с ней. Можно, конечно, и без нее обойтись, но с ней очень удобно. Увеличивает температуру жала, очищает его. Пайка проходит наиболее комфортно. Все, собираем экран, ставим пыльник, микрофон. Обязательно, обращаю внимание, ставим защитную резинку на сенсор или на датчик движения и датчик приближения, который находится вот здесь вверху. Это касается всех телефонов, потому что и особенно Huawei, потому что она постоянно отлетает во время разборки телефона. Обязательно ставим ее на место. В противном случае наш телефон, датчик не будет реагировать приближение во время разговора, ни на движение, ни на солнечный свет. Попросту говоря, телефон не будет отключаться во время звонка. Что приведет к неудобству использования его. Все, ставим все на место. Каркас немного согнут. Вставляем батарейку, проверяем качество работы. Пожалуйста, зарядка пошла. Всем спасибо за внимание. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. У нас в наличии есть видео практически всех сотовых телефонов. Спасибо большое, до новых встреч.